Привет, я Лунтик. Здесь я живу и играю с друзьями. Присоединяйся к нам. Ты можешь ходить вместе со мной, нажимая на правую или левую часть экрана. А еще здесь повсюду много моих друзей. Ищи места, на которые можно нажать, чтобы познакомиться и поиграть с ними. Давай поиграем с Милой в прятки. Мы с Милой играем в прятки. Поможешь мне искать ее? Мила будет прятаться, а ты покажешь мне, в каком из цветков она спряталась. Я закрываю глаза. Прячься, Мила! Я сверху! Подскажи мне, где спряталась Мила? Молодец! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я справа! Подскажи мне, где спряталась Мила? Правильно! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза. Прячься, Мила! Я позади! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я снизу! Подскажи мне, где спряталась Мила? Правильно! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза. Прячься, Мила! Я спереди! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я слева! Подскажи мне, где спряталась Мила? Правильно! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза. Прячься, Мила! Я спереди! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я сверху! Подскажи мне, где спряталась Мила? Не получилось! Не нашел! Не нашел! Я закрываю глаза. Прячься, Мила! Я справа! Подскажи мне, где спряталась Мила? Молодец! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я снизу! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза. Прячься, Мила! Я слева! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Мы справились! Давай поможем пчелам собирать мед. Мой друг пчеленок и его родственники собирают мед. Давай поможем им. Посчитай, сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко и нажми нужную цифру. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Правильно! Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Молодец! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Правильно! Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко?
Молодец! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Молодец! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Не получилось. Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Правильно! Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Мы справились! Идем! Впереди еще столько интересного! А здесь у нас большая площадка. Много свободного места. Можно делать, что хочешь! Давай поможем генералу Шеру разобраться с новенькими жуками. На луг прибыли новые жуки. Их необходимо построить и отправить к месту постоянного пребывания. Но строиться они умеют только по алфавиту. Поможешь нам построить жуков в алфавитном порядке? Для этого нужно взять следующего или предыдущего по алфавиту жука и поставить в строй. Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Ой, постарайся быть поточней. Попробуем еще раз. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот!
Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Отлично! Мы справились! Гусеницы очень прожорливые, но иногда и от них бывает толк. Мы с гусеницами любим выращивать цветы. Сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 5 цветков? Хорошо! 1 2 3 4 5 А сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 10 цветков? Хорошо! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 7 цветков? Хорошо! 1 2 3 4 5 6 7 Сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 9 цветков? Замечательно! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 6 цветков? Отлично! 1 2 3 4 5 6 Сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 1 цветок? Хорошо! 1 А сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 8 цветков? Хорошо! 1 2 3 4 5 6 7 8 А сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 3 цветка? Замечательно! 1 2 3 Сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 4 цветка? Отлично! 1 2 3 4 А сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас?
Ты хочешь, чтобы мы вырастили 2 цветка? Отлично! 1 2 Идем! Впереди еще столько интересного! Возле летнего театра очень красиво и весело. Сейчас жуки и художники будут показывать свои картины. Укажи жука, картины которого хочешь посмотреть. Или нажми на дверь, чтобы отправить этих жуков и позвать других. Жук Ша, посмотрим, что ты нарисовал. Шляпа, шарф, шоколад. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Зе, посмотрим, что ты нарисовал. Заяц, замок. Вот это настоящее искусство. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук, мягкий знак. Посмотрим, что ты нарисовал. Соль. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук У. Давай посмотрим твои картины. Удочка. Улитка. Утюг. Вот это настоящее искусство. Следующее. Жук И. Посмотрим, что ты нарисовал. Сыр. Потрясающе. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук С. Давай посмотрим твои картины. Скрипка. Свисток. Стол. Свеча. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Л. Посмотрим, что ты нарисовал. Лодка. Лестница. Ложка. Потрясающе! А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Е. Давай посмотрим твои картины. Енот. Отличные картины. Следующее. Жук Ща. Давай посмотрим твои картины. Щетка. Щука. Потрясающе. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Я. Посмотрим, что ты нарисовал. Якорь. Яблоко. Вот это настоящее искусство. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Ю. Посмотрим, что ты нарисовал. Юбка. Юла. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук О. Давай посмотрим твои картины. Одуванчик. Облака. Орех. Вот это настоящее искусство. Следующее. Жук и краткое. Давай посмотрим твои картины. Йогурт. Потрясающе!
А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук И. Посмотрим, что ты нарисовал. Иголка. Индюк. Вот это настоящее искусство. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Б. Посмотрим, что ты нарисовал. Бабочка. Банка. Белка. Барабан. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Д. Посмотрим, что ты нарисовал. Дерево. Дом. Дверь. Потрясающе. Следующее. Жук — твердый знак. Давай посмотрим твои картины. Твердый знак. Вот это настоящее искусство. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Ха. Посмотрим, что ты нарисовал. Хомяк. Холодильник. Хлеб. Хлопушка. Потрясающе! А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Че. Давай посмотрим твои картины. Часики. Черепаха. Чайник. Вот это настоящее искусство. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Та. Посмотрим, что ты нарисовал. Кубик. Клубок. Капуста. Книга. Потрясающе! Следующее. Жук Ц. Давай посмотрим твои картины. Цепь. Цыпленок. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук М. Давай посмотрим твои картины. Месяц. Мяч. Вот это настоящее искусство. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Ё. Посмотрим, что ты нарисовал. Ёлка. Ёжик. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук П. Посмотрим, что ты нарисовал. Подушки. Паук. Вот это настоящее искусство. Следующее. Жук Ж. Давай посмотрим твои картины. Желудь. Жук. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Э. Давай посмотрим твои картины. Эскалатор. Эльф. Потрясающе! А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Р. Посмотрим, что ты нарисовал. Рыба. Ракушка. Роза. Вот это настоящее искусство. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук В. Давай посмотрим твои картины. Ведро. Вилка.
велосипед. Потрясающе! Следующее. Жук F. Давай посмотрим твои картины. Флаг. Фонарь. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Т. Давай посмотрим твои картины. Тарелка. Труба. Тыква. Табуретка. Потрясающе! А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Н. Посмотрим, что ты нарисовал. Ножницы. Носок. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук А. Давай посмотрим твои картины. Автобус. Арбуз. Апельсин. Вот это настоящее искусство. Следующее. Жук Г. Давай посмотрим твои картины. Гриб. Гусь. Груша. Отличные картины. Мы посмотрели все картины. Ты, наверное, уже все буквы запомнил. Мы с Кузей решили устроить настоящее представление. Поможешь нам? Мы с Кузей решили выступить с фокусами. Я буду показывать картинки, а Кузя определит, на обороте какой картинки написана та же буква, что и на календаре. Это сложный фокус. Он требует выдающихся телепатических способностей. А если Кузя не будет справляться, покажешь ему нужную картинку? Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, наверху. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа наверху. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Справа, внизу. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа наверху. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Справа, внизу. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне?
справа, внизу. Не получилось. Извините, у нас небольшие технические проблемы. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа наверху. Что-то здесь не так. Вот незадача. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, наверху. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Отлично! Мы справились. Да мы просто молодцы! Ничего, мы сюда еще вернемся. На стадионе всегда много народа, особенно во время футбольных матчей. Поможешь мне упаковать подарки? Я приготовил подарки для своих друзей. Поможешь мне подобрать для них коробки? Я буду говорить, какая коробка мне нужна, а ты укажешь мне на нее. Ладно, мне нужна маленькая коробка. Отлично! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна низкая коробка. Молодец! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна широкая коробка. Отлично! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна низкая коробка. Так держать. Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна маленькая коробка. Отлично! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна большая коробка. Молодец! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна маленькая коробка. Отлично! Отлично! Мы справились! Пойдем на стадион! Мы решили поиграть. Жуки на стадионе будут показывать разные фигуры, а Кузя, Пчеленок, Генерал Шер называть их. Я буду судить игру. Поможешь мне решить, кто ответил правильно? Круг. Треугольник. Квадрат. Отлично! Играем дальше. Треугольник. Квадрат. Прямоугольник. Все по-честному. Приготовься. Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Круг. Треугольник. Прямоугольник. Отлично! Приготовься. Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Прямоугольник. Треугольник. Квадрат. Что-то здесь не так. Приготовься. Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Все по-честному. Приготовься. Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Квадрат. Прямоугольник. Треугольник. Отлично! Играем дальше. Круг. Треугольник. Квадрат. Точно! Приготовься. Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Треугольник. Прямоугольник. Круг. Все по-честному. Играем дальше. Прямоугольник. Треугольник. Квадрат. Точно! Приготовься. Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Квадрат. Треугольник. Прямоугольник. Отлично!
Отлично! Играем дальше. Круг. Квадрат. Треугольник. Точно! Отлично! Мы справились! Пойдем! Мне тоже нравится гулять. А здесь у нас домики, в которых живут мои друзья. Давай позовем Милу играть. Привет, Мила! Пойдешь играть? Не пойду, Лунтик. Настроения нет совсем. Вот если нарвешь для меня цветов, тогда, может быть, и пойду. Мила обещала пойти поиграть со мной, если я соберу для нее цветы. Поможешь мне? Мила будет называть букву, а ты покажешь мне все цветы с этой буквы. Ладно? Хочу цветы с буквой «Э». А можешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «Э»? Красивый цветок! Отлично! Покажи мне еще цветок с буквой «Э». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Найди для Милы еще цветок с буквой «Э». Красивый цветок! Отлично! Покажи мне еще цветок с буквой «Э». Спасибо, Лунтик! Мне очень понравился твой букет. А теперь я хочу цветы с буквой «Х». Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «Х»? Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Х». Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Х». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Х». Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Х». Очень красивый букет. Хочу цветы с буквой «Д». Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «Д»? Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Д». Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Д». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Д». Спасибо, Лунтик. Мне очень понравился твой букет. Хочу цветы с буквой «Ща». А можешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «Ща»? Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Ща». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Ща». Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Ща». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Ща». Очень красивый букет. А теперь я хочу цветы с буквой «Е». Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «Е»? Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Е». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Е». Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Е». Спасибо, Лунтик! Мне очень понравился твой букет. А теперь я хочу цветы с буквой «И». Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «Б»? Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Б». Красивый цветок! Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «Б». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «Б». Мне такой не нравится. Хочу с буквой «Б». Найди для Милы еще цветок с буквой «Б». Очень красивый букет. А теперь я хочу цветы с буквой «У». Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «У»? Красивый цветок! Отлично! Покажи мне еще цветок с буквой «У». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Найди для Милы еще цветок с буквой «У». Красивый!
красивый цветок! Отлично! Покажи мне еще цветок с буквой У. Спасибо, Лунтик! Мне очень понравился твой букет. А теперь я хочу цветы с буквой М. Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой М? Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Найди для Милы еще цветок с буквой М. Красивый цветок! Отлично! Покажи мне еще цветок с буквой М. Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Найди для Милы еще цветок с буквой М. Мне такой не нравится. Хочу с буквой М. Покажи мне еще цветок с буквой М. Очень красивый букет. А теперь я хочу цветы с буквой «мягкий знак». Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «мягкий знак»? Красивый цветок! Отлично! Покажи мне еще цветок с буквой «мягкий знак». Этот цветочек мне очень нравится. Кажется, ей понравилось. Найди для Милы еще цветок с буквой «мягкий знак». Красивый цветок! Отлично! Покажи мне еще цветок с буквой «мягкий знак». Хочу с буквой «мягкий знак». Найди для Милы еще цветок с буквой «мягкий знак». Спасибо, Лунтик! Мне очень понравился твой букет. Спасибо, Лунтик! Теперь у меня отличное настроение. Пойдем играть? Конечно! Ура! Мы справились! Давай поможем Корнею Корнеичу накормить маленьких червячков. Корней Корнеич должен накормить сотню маленьких капризных червячков. Поможем ему. Червячки будут выползать, а ты покажешь, сколько их. Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Правильно, приготовься. Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Отлично, сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Молодец! Приготовься! Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Правильно! Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Отлично! Приготовься! Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Правильно! Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Молодец! Приготовься! Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Правильно! Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Приготовься!
сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Правильно, мы справились.